Привет всем любителям музыки и кино! Я Ная, и здесь я рассказываю вам об актерах, которые так или иначе связаны с музыкой. Гениальный математик, боксер-тяжеловес, римский полководец и последний праведник на земле. Рассел Кроу – австралийский и американский режиссер и киноактер, обладатель премии «Оскар», а нам он наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Гладиатор», «Ной», «Славные парни», «Игры разума», «Отверженные» и «Мумия». Всю свою жизнь Рассел Кроу мечтал стать, нет, не актером и даже не режиссером, а рок-звездой. Еще школьником он создал группу The Interactive, а в 1982 году, в возрасте 17 лет, Рассел Кроу, еще живя в Новой Зеландии, выпустил несколько синглов, один из которых назывался I Just Want to Be Like Marlon Brando. Также, будучи еще совсем юным, он открыл музыкальный клуб The Venue, где подростки могли послушать живую музыку. Ни одна его песня, выпущенная в тот период, не стала популярной, но, тем не менее, Рассел постоянно выступал в различных клубах под псевдонимом Russ Lee Rock. Надеюсь, я правильно читаю. А через несколько лет он создал совместно со своим другом группу The Antics. В этой группе Рассел играл на гитаре и пел. В какой-то момент они с другом переехали в Австралию. И вначале, конечно же, молодым музыкантам было не так просто. Расселу приходилось работать официантом и уличным музыкантом для того, чтобы заработать хоть какие-то деньги для жизни. В конце 80-х Рассел Кроу серьезно увлекся театром, но даже попав в кино и на телевидение, он не оставил свою музыкальную мечту. В 1992 году музыканты группы Roman Antics практически в полном составе перешли в группу по 30 odd foot of grunts, 30 не в ногу шагающих вояк. Необычное название для группы, согласитесь. Поклонники и сами музыканты назвали группу по аббревиатуре TOFOG. Примечательно, что именно в этом же году случился прорыв Рассела Кроу в кино. Он сыграл одну из главных ролей в кинофильме «Скины», также известный как «Бритоголовые», получил национальную премию и обратил на себя внимание Голливуда. Tell you something. I want you to listen to me, okay? This is not your country. Но вернемся к музыке. Группа TOFOG играет в жанре поп-рок. Конечно же, огромное множество групп, играющих в этом же жанре, и здесь немаленькую роль сыграла известность Рассела Кроу, но тем не менее репертуар группы настолько разный и объемный, что это нельзя назвать просто шалостью всемирно известного актера. But I'm searing inside your picture. I'm supposed to be your friend. So I just what you want me to think. And I wonder what I'd do if the blankets hadn't touched me. Несмотря на то, что Кроу активно работал за океаном в кино, каким-то образом он смог объединить работу в группе и съемки, и в 1995 году группа выпускает сингл «The Photograph Kills». So don't stand up, don't even think I'm fighting. Don't let them hold you to them. За синглом последовало 3 полноценных альбома и концерты не только в Австралии, но и в США и Англии с полным аншлагом. Удивительно, как он все успевал. That caught her eye. She knew what I was thinking of. I'm not that hard to find. When I wish of her, I wish her beneath my gaze. And if I drink of her, it will be all my days. When she told me she was a-drinking,
В 2005 году Рассел Кроу объявил о распуске группы 30 Odd Foot of Grunts и создает новый коллектив под названием The Ordinary Fear of God – обычный страх перед Богом. Если вы заметите, аббревиатура TOFOG остается неизменной, да и достаточно большое количество музыкантов снова перешло из группы в группу. You can eat your pride or cleanse your soul of what is you. I'd rather regret the things I've done than the things I didn't do. В новом составе группа Crow выпустила два альбома, один из них эксклюзивно для iTunes, и организовала турне по США. При этом Рассел с огромным удовольствием выступал как перед большой аудиторией, многомиллионным телевизионным зрителем, так и в маленьких клубах. Ну и, конечно же, мы не можем обойти стороной фильм «Отверженные», о котором, кстати говоря, я уже упоминала в выпуске про Энн Хэтэуэй, ссылочку прикреплю ниже. В этом кино Рассел Кроу просто великолепно сыграл свою роль и спел. Для людей, которые не знали о том, что он всерьез занимается музыкой, конечно же, это было открытием. Damned if I live in the debt of a thief, damned if I yield at the end of the chase. I am the law, and the law is not mocked. I'll spit his pity right back in his face. There is nothing on earth that we share. It is either Valjean or Javert. Музыка, по словам актера, приносит ему гораздо больше удовольствия, чем игра в кино. Вот так. Ну что ж, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски об актерах, которые так или иначе связаны с музыкой. Пока! Time is dragging on.